Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Рада Говинда Джики Джай, Шри Нарисимхадев Бхагаван Прахлад Махараджа Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Ананта Коти Вайшнаврина Ки Джай, Гранта Расимхад Бхагаватам Ки Джай, Явление Вамана Дева Ки Джай, Нитай Гоура Премананди. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо. Мы продолжаем тему «Жизнь цивилизованного человека». Но поскольку сегодня день явления Вамана Дева, я прочитаю несколько стихов из восьмой песни Бхагаватам, где описывается его приход в Лила. Это также будет связано с темой цивилизованной жизни. Здесь Вамана Дев является перед Бали Махараджем в своем ослепительном сиянии, в своем очевидном могуществе. Он затмевает всех присутствующих брахманов на жертвоприношении.
ослепительная личность, что даже Бали Махарадж, он почувствовал счастье, когда увидел его. Он служил браманам, понимал, что любая цивилизованная жизнь зависит от этого принципа поддержания браманической культуры. Также мы знаем, что Джарасандха почитал браманов, Карна, все кшатрии понимали свою зависимость от этого класса людей. И когда царь Юдхиштхира был в изгнании с пандавами, он спрашивал, он был окружен браманами, и он спрашивал этих браманов рассказать о могуществе этого класса людей. И там много историй, Вашампаяна рассказывает ему о Маркандее Рише, о богатстве, фантастические истории вселенские, непостижимое могущество браманов. Также описывается в Махабхарате, что настоящая сила, она не в оружии, не в гордости, не в богатстве, не в власти, а в смирении брамана, аскезе брамана. И вот Юдхиштхира этим интересуется. Также мы знаем, Вишвамитра в свое время тоже очень захотел стать браманом, увидев могущество брамана. И Бали Махарадж, как царь демонов, он осознает величие личности по этому критерию могущества. Могущество. И один вид Господа Вамана его поразил и всех присутствующих. Очень могущественная, сияющая личность. Ну и здесь будет описываться, в чем же как бы секрет этой силы духовной. Также Ваманадев, он говорит, мне нужно 3 шага земли, просит у него подаяние. Бали улыбается. Он думает, юный совсем браман. Это характерно для юности быть беспечным к материальному существованию. Он не понимает моего положения. Он не заботится о будущем, потому что просто еще не зрел, очень юный. Он говорит ему, а я думаю, что ты не очень разумно ведешь себя, потому что я могу дать тебе больше. Могу дать тебе целый двипу, остров во Вселенной. Ты будешь навсегда обеспечен. Пойми мое положение, я Трилокишвар. Я обладаю всем миром полностью, без остатка. То есть у меня богатство безграничное, он сказал. И тут, да, я способен даровать тебе целый остров, ибо мне принадлежат все 3 мира во Вселенной. Ты пришел, желая что-то от меня получить, и угодил мне своими приятными речами, но теперь ты просишь у меня всего 3 шага земли, и я вижу, что ты не очень разумен. О, малыш, у того, кто обращается ко мне за подаянием, не должно быть потом никакой надобности просить что-то у других. То есть я могу полностью тебя обеспечить. Поэтому, если хочешь, возьми у меня столько земли, сколько нужно для удовлетворения всех своих твоих потребностей. Верховный Господь сказал, вот тут интересный момент. Очень важный для всех. О, царь, все, что существует во всех 3 мирах, не удовлетворит того, кто не обуздал свои чувства. Удовлетворения не будет все равно. Сколько бы я ни попросил, сколько бы я ни имел, если я не контролирую чувства. Если бы мне было мало 3 шагов земли, то меня бы не удовлетворил бы даже 1 из 7 островов, состоящих из 9 варш. Даже если бы у меня был целый остров, я надеялся бы заполучить и другие острова. Я слышал, что даже такие могучные цари, как Махараджа Притху, Махараджа Гая, которые были владыками 7 двип, не смогли обрести удовлетворение и утолить свое честолюбие. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином 3 миров. Здесь речь идет об удовлетворенности. Это аскеза ума называется. Самая великая аскеза. Быть счастливым. Это и есть самая великая аскеза. Чем же быть счастливым?
меня нет того, нет того, нет этого, я хочу то, хочу это, у меня этого нет, как я буду счастливым? Тем, что имеешь. Вот это великая аскеза для ума, то есть не созерцать объекты чувств, не привязываться к объектам чувств, которые нам не принадлежат. То есть речь идет об очень важном моменте. То есть брахманическая культура – это удовлетворенность тем, что человек имеет прямо сейчас. Интересно. Материальная жизнь порождает неудовлетворенность, ибо люди никогда не могут насытить свое вожделение или довольствоваться своим богатством. Это вынуждает душу оставаться в материальном мире и вращаться в круговороте рождений и смертей. Но если человек счастлив тем, что посылает ему судьба, он может освободиться из плена материального существования. Видите, как важна удовлетворенность. Это путь освобождения. Можете считать такого человека уже освобожденным. То есть он просто доволен тем, что у него уже сейчас есть. Брахман, довольствующийся тем, что посланы ему провидением, обретает все большую духовную силу. Если он счастлив тем, что имеет. Просто нищета не приносит духовной силы. Тут будет говориться об этом. Нищета подавляет человека, уничтожает все благие качества. Если он считает себя нищим. Если он отождествляет себя с нищетой. Но если он недоволен тем, что приходит само, его духовная сила идет на убыль. Подобно огню, который заливают водой. Поэтому, о царь, я прошу тебя, лучшего из жертвователей, всего 3 шага земли. Получив этот дар, я буду очень доволен. Ибо человек может быть счастлив лишь в том случае, если он довольствуется самым необходимым. Шукадева Госвами продолжал. В ответ на слова Верховной Личности Бога Махараджа Бали с улыбкой сказал, «Будь по-твоему, что хочешь, то и бери». Затем, чтобы подтвердить свое обещание, дать вам Анадеви 3 шага земли, царь взял в руки кувшин с водой. Все, уже готов был обещать, дать обет. Шукрачарья, самообразованный из людей, разгадал намерение Господа Вишну. И потом он тотчас обратился к своему ученику, готовому все отдать вам Анадеви. Шукрачарья знает, кто такой Верховный Господь. Прекрасно. Но он исполняет свой долг. Он учитель демонов. Он исполняет свой долг. Поэтому сейчас он будет говорить, демоническую дхарму раскрывать. Демоническую религию. Шукрачарья сказал, о сын Вирочаны, этот карлик Брахмачари, сам Господь Вишну, нетленная верховная личность. Избрав своим отцом Кашьяпу Муни, а матерью Адити, он явился, чтобы защитить полубогов. Ты сам не ведаешь, в какую беду ты попал, пообещав ему эту землю. Я не думаю, что такое обещание принесет тебе благо. Напротив, оно принесет демонам непоправимый вред. Потому что демоны зависят только от материальной собственности. Потеря материальной собственности – это потеря смысла. Это непоправимо для материалистов. Они жить не могут дальше так. На самом деле это не Брахмачарий, а Верховный Господь Хари, который пришел в таком обличии, чтобы отобрать у тебя всю землю, богатство, красоту, могущество, славу и образованность. Он заберет у тебя все это и отдаст Индри твоему врагу. Это как терпеть, услышать, да, услышать Бали Махараджу о враге, что сейчас все богатство, его собственность достанется его врагу. Ты пообещал дать ему 3 шага земли, но когда ты эту землю пожертвуешь, он займет все 3 мира, глупец. Ты не понимаешь, какую страшную ошибку совершил. После того, как ты отдашь все Господу Вишну, у тебя не останется даже средств к существованию. На что ты будешь жить? Не будет денег, ни земли, ничего. Подумай об этом. Знакома нам эта философия? Прямо на сердце ложится. На что ты будешь жить? У вас самый важный вопрос. На что ты собираешься жить? На что ты собираешься жить? О чем ты думаешь вообще? Ну, это Шукрачарья говорит через таких людей, через наших родителей. Шукрачарья.
Ты наверняка не сможешь выполнить свое обещание, и, стало быть, навеки поселишься в аду. Еще плюс к тому, что ты обещание не выполнишь, еще и в ад пойдешь. Знатоки шастр не одобряют благотворительность, которая может лишить жертвователя средств к существованию. Благотворительность, жертвоприношение, аскеза, обрядовая деятельность предназначены для тех, кто способен добывать достаточно средств к существованию. Тот же, кто не в состоянии обеспечить себя, не может всем этим заниматься. Ты не сможешь заниматься благотворительностью, жертвоприношениями, обрядовую деятельность не сможешь выполнять, если у тебя не будет денег. Так преданные думают? У меня денег нет, как я могу заниматься преданным служением? Нужны деньги, нужны средства. Это Шукрачарья говорит. Поэтому следующий человек должен разделить свои сбережения на 5 частей. Слушайте внимательно, как жить нормальному демону. На 5 частей и использовать их на цели религии. Раз. Для обретения славы. Два. Для умножения своего богатства. Три. На чувственное удовольствие. Четыре. И для обеспечения своей семьи. Пять. О, разумно. Все учтено. И религия, и все остальное. Такой человек счастлив и в этой жизни, и в следующей. У тебя будет хорошее рождение и в следующей жизни. Ты о религии тоже будешь думать. Она в списке. На это можно возразить, Шукрачарья говорит. Если обещание уже дано, вправе ли ты от него отказаться? Еще есть честь. Но услышь меня. Услышь от меня, о лучший из демонов. Слова из Бахврича Шрути. Бахврича Шрути. Я не знаю, что это такое. Прабхупада не переводил, но Шукрачарья цитирует. Где сказано, что истинным считается лишь то обещание, которое предваряет слово «Ом». Без него обещание не считается истинным. А я «Ом» не говорил. Веды учат, что истинным порождением дерева тела являются собираемые с него полезные плоды и цветы. Если же это тело перестает существовать, то оно не принесет настоящих плодов и цветов. Даже если у тела ложная основа, без дерева тела плоды и цветы не появятся. Ну, мы слышали, да, что человеческое тело, оно ценно, хотя оно ложно по своей природе, да, материально, но оно ценно, потому что при помощи этого тела можно вот духовно продвигаться. Когда дерево срубает под корень, оно тут же падает и начинает засыхать. Подобно этому, если не заботиться о теле, считая его ложным, или иными словами, если сразу вырвать с корнем иллюзию, тело непременно засохнет. Я не это тело, и вы не знаете, что делать. Я не мужчина, не женщина, вот, что делать. Ни кшатри, ни браман, никто, кто я. И вы не знаете, вы сбиты с толку. Он об этом говорит. Если сразу с корнем вырвать иллюзию, дерево тела засохнет. Произнося слово «Ом», человек тем самым расстается со своим богатством. Иначе говоря, тот, кто произносит это слово, избавляется от привязанности к деньгам, ибо их у него забирают. Тот, у кого нет денег, чувствует себя неудовлетворенным вследствие, ибо не может осуществить свои желания. Таким образом, тех, кто произносит слово «Ом», ждет нищета. Особенно, если человек дает милостыню беднякам и попрошайкам, он не преуспеет ни в духовной практике, ни в попытках удовлетворить свои чувства. Поэтому лучше всего отказаться от обещания, хотя это будет ложью. Поступающий таким образом защитит себя во всех отношениях, пробудит в окружающих сострадание и получит возможность собрать с них больше денег для себя. Один из способов – это вызвать сострадание, получить деньги. Вот тут Шукрачарья – гениальный, гениальный учитель демонов. Гениальный. Видит прошлое, настоящее, будущее. Все понимает, видит, знает положение Вишну. Но он – учитель демонов, это его роль. Но он в сознании Кришны, видите. Он знает все эти премудрости материальной жизни, духовной жизни, все знает. Так, вот об этом мы в этой главе мы упомянули, что говорит Ваманадев о том, как важно быть удовлетворенным,
И вот другая сторона вот, философии раскрывает Шукрачарья. Две противоположные линии вот, в материальном мире существуют. Одна неизученная сторона, вот, путь удовлетворения, удовлетворенности не изучен. Пока никто не знает, что это за путь, к чему он приводит. Но в этой лилии с Бали Махараджем она раскрывается до конца. В этом приходе Господа Ваманадева. Потому что Бали Махарадж получает духовный плод в результате. Тут об этом как раз будет говориться в Бхагаватам. Почему эта история в Бхагаватам попадает, остальные в других Пуранах. Потому что здесь результат будет духовный плод. Бали оказался преданным в итоге. В итоге, в процессе как бы, этих отношений, он полностью предался Верховному Господу. И что же он получил? Получил особый плод, бессмертный плод. Это история из Шримад-Бхагаватам. Теперь мы продолжим. Продолжим тему наставления для цивилизованных людей. Угу. Мы закончили на 17 тексте, и теперь 18 текст. Дорогой царь, человек, черпающий удовлетворение в себе, можно жить на одной воде и быть счастливым. Если кто-то спросит, до какой степени быть удовлетворенным, тут описывается степень. Прабхупада тоже об этом говорил, что человек может жить на одной воде, даже полнеть, если не растрачивается психическая энергия. Ну, то есть как брахман живет, или как мудрецы, аскеты это делают, они практически живут на одной воде. В истории с Кардама Муни и Девахути описывается, что он даже не худел в процессе долгой аскезы, не утрачивал красоты и сияния. Тогда как Девахути, прислуживая ему, она потеряла все, всю телесную красоту от такой аскезы. Что она расходовала еще психическую энергию. И вся психическая энергия, она связана с какими-то привязанностями, желаниями материальными, которые постоянно нас как тревожат. Тревожный сон, тревожное утро, тревожный день. И люди говорят, нужен какой-то отдых. Даже одного дня в неделю или двух мало. Нужен еще отпуск, нужно вообще сменить обстоятельства, куда-то уехать, чтобы сменить полностью обстоятельства, чтобы как-то отойти и прийти в себя, успокоиться хотя бы на неделю в году. И они приезжают с отпуска через неделю, загоревшие, помолодевшие, более радостные. Просто немножко они отстранились от всех психических, от этих умственных проблем. И за всем этим неудовлетворением стоит несмирение. То есть смирение дает силу человеку преодолевать все психические сложности ума, настроения или обстоятельств смирения. Это такая сила, которая... Вот вы просто ходите и все. Это сила называется. Если вам трудно ходить, это называется усилие. Это сравнится с тем, что недостаточно смирения. Тогда наша духовная жизнь становится саданой, усилиями. Пока есть какая-то ложная гордость, всегда это будет трудно. Да? Для обусловленной души самореализация – тяжкий труд, Кришна говорит. Это трудная задача будет. Но по мере того, как мы больше и больше углубляем свое смирение, становимся более и более удовлетворенными, к нам приходит сила. Мы просто начинаем это делать свободно, естественно, без усилий. Без усилий. Эту силу дает смирение. Киртания Садхари постоянно, да, как вот человек спросит, а как это постоянно воспевать Хари Кришна, разве это возможно? Ну а как вы постоянно же живете в этом мире, постоянно думаете о материальном, это же возможно. И без усилий. А почему же нам нужно усилие, чтобы воспевать Хари Кришну Махамантру? Ну, потому что вот еще не хватает этой духовной силы или смирения. Дорогой царь, человек, черпающий удовлетворение в себе, может жить на одной воде и быть счастливым. Но тому, кто идет на поводу своих чувств, кто привык потакать языку и гениталиям, приходится играть роль домашней собаки ради того, чтобы удовлетворить их. Согласно шастрам, брахман,
культурный человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не пойдет к кому-то в услужение, даже ради своего пропитания, и уж тем более ради чувственных удовольствий. Истинный браман всегда удовлетворен. Даже если ему нечего есть, он может довольствоваться водой. Это дело привычки. Прабхупада говорит, привычка. К сожалению, сейчас никого не учат находить удовлетворение в самоосознании. Как уже объяснялось, преданный всегда удовлетворен, потому что ощущает в своем сердце присутствие сверхдуши и непрестанно думает о Господе. Это и приносит ему подлинное удовлетворение. Преданный никогда не идет на поводу своего языка или половых органов, и потому никогда не становится жертвой законов материальной природы. Значит, вся психическая энергия расходуется на язык, речь, гениталии, желудок. Вот все об этом человек беспокоится и думает постоянно. И тревожится, и переживает на этой почве. Тонкой или грубой. Ну, так он растрачивает свою психическую энергию. Преданный или браман, который не обрел самоудовлетворение и жаждет чувственных удовольствий, постепенно утрачивает свою духовную силу, образованность, аскетичность и доброе имя. И от его знаний со временем не остается и следа. Когда человек, одолеваемый голодом и жаждой, принимает пищу, его сильное желание есть ослабевает. Подобно этому, разгневанный человек может успокоиться, наказав и отругав того, кто его разгневал. Но одержимый жадностью, даже покорив все стороны света и изведав все мирские наслаждения, все равно не будет удовлетворен. В Бхагавад-гите 3.37 сказано, что причиной материального рабства в условленной души являются вожделение, гнев и жадность. Кама, эша, крода, эша, раджа, гуна, самудбава. Когда человек, охваченный вожделением, не находит способа удовлетворить свои чувства, он впадает в гнев. Гнев можно утолить, излив его на своих врагов. Но когда развивается лобха или жадность, злейший враг живого существа, порожденный гуной страсти, человек лишается возможности продвигаться по пути сознания Кришны. То есть жадность считается, ну, величайшим пороком, который удовлетворить невозможно. Жадность или вожделение в этом случае синонимы. Как можно? С другой стороны, если преданный с жадностью стремится углублять свое сознание Кришны, это принесет им огромное благо. То есть есть ведь и другая жадность, оказывается. Татрала ульям, экалам ульям. Такая жадность быстрее всего поможет ему прийти к цели. О царе Утиштира. Многие люди, следующие в разных самых разных вопросах, опытные государственные советники, знатоки священных писаний и мудрецы, достойные возглавлять ученые собрания, опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели довольствоваться своим положением. И, оказывается, на любом уровне есть этот враг, жадность, неудовлетворение. Говорится, что пока не завоюет все три мира, и даже тогда не будет удовлетворен, жадость не удовлетворяется. Нет. Она становится тоньше, глубже, изощреннее. Как? Еда, солнце, окупление, оборона. Простая вещь. Что тут сложного, что когда Богат с вами говорит? Захотел спать, спи, захотел есть, ешь. Нет, надо кровать хорошую, надо там посуду мельхиоровую, надо престиж какой-то за этим. Какие-то тонкие еще существуют. Видите, это проникновение, вот это вот неудовлетворение. Появляется целая культура неудовлетворения. Вроде бы все есть. И златое, и серебро, и вот чахнет над этим златым серебром душа. Описывается здесь. Вот. То есть это нецивилизованное общество порождает неудовлетворенных людей. Образованных, богатых даже, но неудовлетворенных. Чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением. Иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. Есть две вещи, которые лишают человека всех его добродетелей. Одна из них – это бедность. Наридра дошо гуна раши наши. Если человек беден, любые его достоинства сходят на нет. Точно так же человек теряет все свои достоинства, если он слишком жаден.
Стало быть, человек не должен считать себя бедняком и просто должен стараться всегда довольствоваться самым необходимым и никогда не жадничать. Такая удовлетворенность – важнейшее условие для духовного развития человека. Знаете, речь идет об умонастроении, не о внешних атрибутах, которые человек имеет или не имеет, а о умонастроении. Это аскеза ума. Поэтому те, кто сведущ в науке преданного служения, не советуют людям прилагать усилия к тому, чтобы увеличивать число храмов и матхов. Такой деятельностью могут заниматься только те преданные, которые действительно умеют расширять движение сознания Кришны. То есть расширять духовные знания. Храм сам по себе не расширяет духовные знания. Или матх. Это материальная собственность, которую можно занять, конечно же, в сознании Кришны, если оно есть. Если достаточно силы занять все эти постройки, да, вот сознанием Кришны, тогда они имеют смысл. Если нет, то нет. Все ачарьи в Южной Индии, особенно Шри Рамануджа ачарья, во множестве возводил большие храмы. А в Северной Индии Госвами Вриндавана тоже строили большие храмы. Шрила Бхактистан Сарасвати Такур тоже создавал крупные центры Гаудия Матхи. Так что в строительстве храмов нет ничего плохого, при условии, что в этих храмах уделяется должное внимание проповеди сознания Кришны. Храмы не должны быть местом раздоров, яблоком раздора. Ну, так случилось, Бхактистан Сарасвати сказал о тех матхах, которые он построил, что лучше снять с них мрамор, с этих красивых храмов, продать, на эти деньги сдавать книги и распространять знания трансцендентные. Кто-то может сказать, что преданными, которые возводят многочисленные храмы, движет жадность. Однако, если преданный с жадностью стремится удовлетворить Кришну, его деятельность духовна. Мотив тонкий, тонкая вещь. Чтобы избавиться от вожделения, надо твердо решить не идти на поводу своих чувств. Прабхупада в комментариях пояснит, как это можно делать. Оказывается, это возможно. Подобно этому, чтобы победить гнев, надо перестать завидовать другим. Чтобы избавиться от жадности, надо обсуждать пагубные последствия накопительства. А чтобы избавиться от страха, надо размышлять об истине. Шиловишанача Кровати Такур объясняет, как победить вожделение, проявляющееся в стремлении к чувственным удовольствиям. Невозможно избавиться от мыслей о женщинах, ибо думать о них естественно. Просто идя по улице, мы видим множество женщин. Однако, если человек твердо решил не жить с женщиной, то даже при виде женщины он не будет испытывать вожделения. Тому, кто полный решимости хранить целомудрие, совсем не трудно победить похоть. В связи с этим приводится такой пример. Человек может быть голоден, но если он принял твердое решение в определенный день поститься, ему нетрудно будет совладать с голодом и жаждой. То есть присутствие решимости – это нетрудно. Оказывается, есть такое качество – решимость. Здесь дается пример, когда вот мы имеем такой опыт решимости. Когда мы делали какие-то вещи, которые трудно было сделать, но при решимости, не задумываясь, человек делает эти вещи. Не замечая даже этих моментов. Оказывается, есть такое. Такая решимость преодолевает страх, неуверенность, сомнения, желания, которые есть в нас, они есть. Но если есть решимость, оказывается, можно жить в сознании Кришны даже с такими недостатками и не замечать их. И даже окружающие не заметят, пока у нас есть решимость. Есть преданные, обладающие решимостью, и не очень обладающие решимостью. Вот и вся разница. Если человек твердо решил никому не завидовать, он легко одолеет свой гнев. Опять же, решимость. Решил никому не завидовать. Разве мы не можем это сделать? Мы можем принять такое решение. Ну, начиная хотя бы с какого-то опыта простого. Я вот завидую, я понял, конкретно вот этому человеку.
В остальном я не знаю, но вот это сейчас меня беспокоит. Я вот набираюсь решимости не завидовать ему. Начинается работа. Сначала странное поведение у меня будет такое, как, знаете, вот есть ящерица, замерзшая на зиму. Видели? Мы весной, когда такие доски в детстве открывали, специально искали их там под досками, они там замерзшие многих. Они потом оживают на солнце, нам интересно было смотреть. И вот когда доску так открываешь, там страшилище такое, знаете, искореженное такое, труп. Такой изломанный весь вообще. Но на солнце выносите, луч падает, и постепенно прямо она оживает. Понимаете, она красивая становится, начинает блестеть, все становится на место гармонично. Оп-оп-оп-оп-оп, пошла. И вот если мы вот так вот уже в зависти своей искорежены, но нас на солнце сознание Кришны выносит. И так лапка какая-то начинает трястись. Сначала это ужасно выглядит. О, боже мой, труп, смотри, оживает, что это такое. Сначала это выглядит как-то нелепо, но те, кто чувства контролируют, наши духовные учителя, знают, это хороший признак. Другие немножко шокируются, и особенно родственники могут так думать про нас, которые нас хорошо знали. Что за глупость, что за прихоть в тебе стукнуло в голову. И, да ты не тот, ты посмотри на себя, какой ты святой, и что-то о себе подумал, у тебя ничего не получится, что у тебя одна лапка дергается, остальное. Страшно вообще сейчас кому-то рассказать об этом даже, что происходит. Но постепенно и вторая лапка тоже начинает работать, и третья, и четвертая, и хвост уже начинает, так понимаете. И перед вами что-то прекрасное появляется. Вот так постепенно можно вот с терпением, да, относиться друг к другу, отнестись со страданием, с пониманием. Можно вот так в обществе создать такую атмосферу духовного развития. Это решимость. Значит, у кого эта решимость есть, нужно поддерживать этот энтузиазм. Не останавливайте его. Не говорю, это ложный энтузиазм. Это пройдет. Вот и через 20 лет точно пройдет. Дайте ему хоть 20 лет. Дайте ему хотя бы 20 лет заниматься преданным служением спокойно. А чтобы избавиться от желания копить богатство, нужно просто подумать о том, как трудно их сохранить. Если у человека при себе большие деньги, он все время беспокоится, как бы с ними чего ни случилось. Стало быть, тому, кто обсуждает пагубные последствия накопительства, совсем не трудно отказаться от коммерческой деятельности. Но это то, что мы обсуждаем на классах Шримад-Бхагаватам, вот эти темы. Мы говорим о жадности, о вожделении, накопительстве, о других вещах, обсуждаем это, и у преданных быстро пропадает желание работать. Они вообще не хотят тогда работать. Если про вожделение поговорить, они вообще замуж выходить не собираются после этого. Хотя бы несколько дней после лекции точно у них решимость есть. То есть мы так еще понимаем двойственно это. Либо то, либо другое. Либо то. Мы говорим о сознании Кришны. Мы не говорим о браке или безбрачии. Мы говорим о сознании Кришны. Наша тема совсем другая. Сознание Кришны нас интересует. Можете быть замужем, может быть не замужем. Если у сознания Кришны разницы нет. Может быть разведенным, может быть и сведенным, может быть дважды разведенным, трижды разведенным. Если у сознания Кришны разницы нет. Если вы в сознании Кришны. Вот в чем дело. Но обычно все эти вот поступки, они препятствуют нашему духовному развитию. А если уж так случается, но вы в сознании Кришны, ничего страшного. Но вы в сознании Кришны, ничего страшного. Обсуждая духовные истины, можно одолеть скорбь и иллюзию. Служа великому преданному, можно избавиться от гордыни. Храня молчание, можно избежать препятствия на пути мистической йоги. А просто перестав потворствовать своим чувствам, можно победить в себе злобу. Иногда видим, что у преданных есть проблема с гневом. Долгое время они не могут избавиться от гнева. Семейный, не семейный человек, бывают такие вот симптомы. Здесь говорится, что нужно перестать потворствовать своим чувствам в уме. Опять же, аскеза ума. Для чего мантра дается? Мы работаем с умом. Значит, можно мантру использовать как средство целенаправленно. Вот, скажем, от зависти, я повторю мантру сегодня, вот эту мантру от зависти.
А завтра эту же мантру я повторяю от раздражительности и гнева. То есть можно целенаправленно использовать, что Кришна, у меня проблема, у меня гнев неконтролируемый. Я хочу услышать трансцендентную вибрацию. Хочу умиротворить свой ум, свое сердце, свои чувства. Я страдаю от этого гнева сам и других беспокою. Дай мне разум, пожалуйста. Дай мне это смирение, дай мне духовную силу. И вот с этим настроением мы же очищаемся, мы повторяем мантру тоже. Кришна видит искренние попытки, и, конечно же, он скажет, конечно, конечно, помогу тебе. И вот вкус приходит, смирение приходит. Я чувствую присутствие Кришны в сердце, это же прекрасно. И действительно, мой гнев начинает растворяться. Раздражение уходит. И зависть ослабевает. Человек, у которого умер сын, не может не скорбеть, не убиваться и не оплакивать свою утрату. Однако скорбь и иллюзию можно преодолеть, размышляя над стихами Бхагавад-гиты. Джатасья хидро мритюр, друвам джанма мритасья ча. Любому, кто родился, непременно придется покинуть свое нынешнее тело, а затем получить другое. Таков процесс переселения души. Но это не должно быть поводом для скорби. Господь Кришна говорит: «Тирас татра намухяти». Тира, или здравомыслящий человек, изучивший и глубоко усвоивший духовные истины, не станет горевать о переселении души. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Вот видите, какой интересный результат. Потрясающий результат. Свобода от иллюзий, сон от иллюзии. Так можно победить сон. То есть даже во сне заниматься преданным служением. Не быть в иллюзии, не находиться. Конечно, это короткое изложение, это говорит Нарада Муни, это мудрец среди полубогов. Нам, наверное, нужно будет большой опыт жизни, чтобы вот пройти этот путь, который здесь описывается в нескольких шлоках. И все это основано на том, чтобы научиться быть удовлетворенным, стать брахманом, сознающим душу, избавиться от скорби, от зависти, от жадности, от желания накопительства. И удовлетвориться тем, что сейчас имеет человек, прямо сейчас. Это устройство цивилизованного общества, и мы бы сказали в нашем случае, такого устройства искон должно быть. Мы не ожидаем, что общество мировое сейчас готово к таким переменам. К этому еще долгий путь идет, у нас еще много работы в нашем обществе в плане проповеди, развития знания, культуры в мире. Это наш долг перед Прабхупадой, перед ачарьями, что мы должны распространять. Чтобы распространять, мы должны в своем кругу уже создать эту модель. Потому что распространить без примера мы не можем сознание Кришны. Пока еще люди в нас сомневаются, потому что они слышат нашу философию, говорят, это потрясающе, но вот ваше поведение не всегда соответствует, нас разочаровывает. Вы ведете себя как сектанты. И мы вас боимся многих. Вы нас не любите. Вы нас тоже критикуете, против нас всегда что-то говорите. Против национальности, против нашей культуры вы выступаете всегда. Вы нас унижаете, по сути дела. А пример заключается в том, что преданный он друг всем живым существам. Потому что не завидует никому. По сути дела, злобная критика материализма – это тоже зависть. Критика не должна быть злобная. Она должна быть, как вот сегодня один раз Прабху говорил, в огне благости. То есть желанием блага принести человеку, людям. Конечно, садху режет у него острый язык, но сердце мягкое должно быть.
И люди почувствуют этот момент как ценность, это мягкое сердце, это то, что они никогда ни от кого не получали. Они могли слышать мягкие, льстивые речи, многообещающие, верили, потом разочаровывались, это каждый знает. А вот чтобы кто-то говорил правду и в то же время стал вашим близким, сердечным другом, доброжелателем, хотя это острая правда, у них нет такого опыта достойного. Потому что именно такой опыт меняет жизнь. Когда человек слышит правду от доброго, мудрого, любящего человека, сострадательного человека. Человек должен приучить себя питаться так, чтобы ради этого не надо было причинять беспокойство и страдания другим живым существам. Если кто-то мучит или убивает меня, это приносит мне страдания. Стало быть, сам я не должен мучить или убивать ни одно живое существо. Люди не знают, что за убийство невинных животных материальная природа подвергнет их суровому наказанию. Любую страну, где без необходимости убивают животных, материальная природа будет карать войнами и эпидемиями. Поэтому человек, по своему опыту зная, что такое страдание, должен быть милосерден ко всем живым существам. Избежать страданий, посылаемых провидением, невозможно. Так что, когда они приходят, нужно полностью погрузиться в повторение мантры Хари Кришна. Что же касается страданий, порождаемых телом и умом, то их можно избежать с помощью хатха-йоги или мистической йоги. Асаны, пранаяма главным образом, правильное дыхание. Если мы сможем контролировать чувства, дыхание, оно должно установиться естественным образом, потому что дыхание зависит от состояния ума, от возбуждения ума. Потому как функционирует грудь, можно понять состояние ума человека, дыхание. И когда глаза и грудь умиротворены, это признак того, что у человека есть духовная реализация. Глаза и грудь не импульсивные, уравновешенные. Прабхупада это описывает так же. Такой признак йоги. Поэтому грудь и глаза не успокаивают, перекрывают глаза и начинают с дыханием работать. И когда это вот там пурвака, ричака, все эти вот потоки, они уравновешиваются в центре, полное умиротворение человек достигает внутри себя. Полное. То есть нет счастья выше, чем умиротворение, Будда говорил. Нет высшего счастья в этом мире, чем умиротворение. Это полное, это йога делает. Просто механический процесс. В сознании Кришны мы имеем возбуждение как бы пран от соприкосновения с экстазом. Но ум относительно материальных объектов становится умиротворен. Тут парадокс. Это сравнительно как океан вот в полнолуние или когда он штормит, гигантский океан, но из берегов он не выйдет все равно. Поэтому у нас практика не совсем умиротворенная, в духовном смысле очень беспокойная. Гопи не умиротворены. Они в разлуке, сгорают, одно мгновение терпеть не могут. Но по относительно к материальным объектам они абсолютно умиротворены. У них нет материальных желаний при этом. И эти духовные желания, такие как према, бхава, рага, анурага, они не возбуждают ум. Все это область трансцендентного знания. Волны любви, экстаза в трансцендентном знании, говорится. Это волны любви, которые не покрывают сознание живого существа, не крадут знания, как это делает, скажем, материальные гуны. Поэтому Хари Кришна Махамантра, ее уже повторяют именно для того, чтобы жить в этом мире, не забывая Бога. Значит, уже прошли все виды йоги, уже отсидели в асанах, уже достигли умиротворения, и теперь как вы будете жить с этим умиротворением, воспевать нужно имена Бога. Значит, вы прошли уже все процессы. Можете работать теперь, или быть семейным человеком, просто повторяйте Хари Кришну, и все. Вы уже достигли вершины йоги. Вам не нужно садиться в асаны или аскезы совершать какие-то. Просто внимательно, каждый день повторяйте, служите божествам, служите преданным. Усилие влияния гуны благости. Нужно победить страсть и невежество.
А потом, возвысившись до уровня шуда-сатвы, надо избавиться и от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Так можно преодолеть влияние гун материальной природы. Мы служим духовным учителям. Мы делаем все согласно шастрам. Значит, мы должны достичь этого уровня, преодолеть влияние гун материальной природы. Интересный момент. Описывается, что сравнительно что-то приходит подобно тому, как человек выздоравливает от болезни. Когда он болен, то его беспокоят симптомы. Там, может быть, какие-то боли, слабость, сильное головокружение, тошнота. Там много всяких дурных таких ощущений мы испытываем, когда болеем. Есть тяжкие формы заболевания, когда буквально человек не может даже в сознании долго находиться. Очень трудно. Ему нужно уснуть, ему нужно что-то принять, забыться. И он просто вот в этом состоянии, он думает только о том, как избавиться от страданий. Когда же это все кончится? И вдруг доктор приходит. И он говорит: так, так, все ясно, не беспокойтесь, можно помочь. Не вынывай, ну-ка дай руку, пульс. О, долго будешь жить, вот тебе лекарство, вот так принимай, вот следите за ним. Чтобы вовремя все было, вот по чайной ложке это, вот этот резав день, вот нужно еще такие ванны делать, там еще процедуры, много всего. Больному даже трудно самому все это осуществить. Но поскольку есть окружение, там или больница какая-то, вот, духовный учитель, этот врач, он дает наставления, и начинается работа. Начинается работа. Начинаются процедуры. Может быть, они очень приятные какие-то процедуры, скорее всего, чаще всего. Еще больше беспокойств, но уже мы имеем веру. Может быть, нам не нравятся регулирующие принципы соблюдать, раньше было, или повторять мантры там, или вот эти аскезы все совершать умственные, философию изучать. Но вера нас подвигла на это. Потому что все, мы поняли, доктор сказал, все будет хорошо. Следуй этому, следуй принципам ачарьи, вот есть такие примеры, вот пример из духовных также наставников. Их опыт, их счастье, их знания, смотри, очевидно, ты тоже вот должен подняться на ноги. Человек это делает, и на самом деле постепенно страдания-то уходят. На самом деле чудо происходит, если доктор истинный, если лекарства авторитетны, если применяется тоже согласно рекомендациям и наставлениям, процесс работает. Мы начинаем чувствовать себя по-другому. Совершенно по-другому чувствуем себя, свое существование. И вершина этого мы начинаем чувствовать. Я не это тело. Потрясающая свобода. Такой свободы не найти нигде в трех мирах, говорится. Какое-то это осознание. Я не материальное тело. И мы видим, что материальное тело работает просто как биологический автомат, само по себе. Не подключайте к нему свои желания, и все. Не нужно отдавать свои жизненные силы этому автомату. Ему не нужно так много. Если вы даете свои жизненные силы этому автомату больше для чувственных наслаждений, он сжигает ваше духовное топливо и сам изнашивается быстро. Более того, это тело устроено так, что оно к нам не привязано. Оно к нам безразлично. Мы к нему привязаны. Мы сильно жаждем быть. Мы трудно расстаться с ним. Оно абсолютно с холодным сердцем. Оно и есть смерть. Оно уходит от нас с холодным рассудком, абсолютно безжалостно. То, что мы называем смертью, это уход этого тела. Оно нас просто оставляет. А мы не хотим, мы к нему привязаны. И вот когда я знаю уже об этом больше, чем раньше, что я не это тело, я начинаю чувствовать, какая свобода. Начинаю понимать, что нам дал духовный учитель. О чем говорят все эти вот шастры, священные писания. Для чего эти созданы такие различные пути, так много всего, чтобы человека привести вот к этой простой истине. Кто же я?
найти себя. И тогда человек начинает радоваться внутри себя, услышав святые имена, услышав Шримад-Бхагаватам, увидев преданных, начинает радоваться. Излечив причину болезни, можно избавиться от всех связанных с ней болей и прочих телесных страданий. Точно так же тому, кто верой и правдой служит духовному учителю, совсем нетрудно преодолеть влияние сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Йоги и гьяни, стремясь обуздать чувства, применяют много разных способов. Но бхакта, по милости своего духовного учителя, сразу обретает милость Верховной Личности Бога. Ясья прасадат бхагават прасада. Человек, которому благоволит его духовный учитель, естественным образом получает милость Верховного Господа. А по милости Господа он сразу поднимается на трансцендентный уровень и преодолевает влияние всех гун материального мира, сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Это подтверждается в Бхагавате. Сагунанса матиттейтан брамабуя калпате. Чистый преданный, который действует под руководством гуру, легко обретает милость Верховного Господа и потому сразу возвышается до трансцендентного уровня. Объяснение этому дается в следующем стихе. Расположение гуру – это главный критерий успеха. Внутреннее, конечно же, гуру по-другому не расположен к ученику. Гуру никогда не расположен телесным по отношению к ученику. Поэтому, говорится, служить нужно гуру. Тому, у кого нет телесных намерений по отношению к нам. Выгоды или эксплуатации, ну, чувственных наслаждений и тому подобное. Зачем служить людям, которые хотят что-то от нас получить? Ну, мы делаем тогда по закону. По закону, чтобы уравновесить карму. Чтобы была какая-то справедливость, то есть строгий закон. Но эти законы сегодня практически неизвестны людям. Все служат каким-то падшим людям сегодня, выясняется. И большинство людей заняты неполезной деятельностью в обществе, которая не полезна, просто ради денег. Поэтому сегодня эти законы тоже люди слабо понимают. Но если мы говорим о преданном служении, служить нужно духовному человеку, не какому-то другому. А работать, долг исполнять – другой вопрос. Можно по-разному, в разных коллективах, там, где есть ну, законы, тоже порядочность, правила какие-то соблюдать. Честные. Духовного учителя следует считать самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь веды и обрести просветление, подобные купанию слона. Здесь Прабхупада это объясняет. Я думаю, здесь я остановлюсь. На этом месте. Тут. Еще раз напомню, жизнь, наставление для цивилизованных людей здесь Нарада ему не дает. То есть, каким правилам, предписаниям необходимо следовать, чтобы достичь освобождения от материального рабства. Об этом речь идет. Здесь пока мы остановимся, и могут быть вопросы. В чем роль второй инициации, когда ее получать? Мы руководствуемся правилами, которые у нас есть в Исконе, которые нам оставил Шрила Прабхупада. Гаятри мантра обычно дается тем преданным, которые стабильны в духовной практике. Я помню этот пример, где Прабхупада не рекомендовал даже инициированному ученику получать гаятри, потому что он нестабилен. Ведь тебе, говорит, не нужно, тебе ну, достаточно и Хари Кришна мантры, ты можешь достичь успеха при помощи Хари Кришна мантры. Ее достаточно. Он то активен в служении, то пассивен, то куда-то пропадет. Вот нестабильное состояние ума, гайты не нужно получать. Если человек достиг стабильности в уме,
в своей деятельности, в сознании Кришны, это хорошо, получить Гаятри Мантру. Стабильность – это некое внешнее проявление гуны благости. Если вы способны стабильно исполнять свои обязанности, конечно, вы утвердитесь постепенно в гуне благости. Обязанности не только имеются в виду профессиональные обязанности, но все, которые у нас есть, и духовные тоже. И первая обязанность – быть чистым. Это наш ум, наше тело, чистота должна быть. Для брахмана это ключевое качество. Если мы стабильны в своей чистоте, касается речи, мыслей, поступков, гигиены, питания, нашей деятельности также, то есть, видите, все это включается вот в понятие брахмана. Тогда Гаятри мантра, она, вы ее сможете осмыслить. Может быть, не сразу, но вы сможете ее осмыслить. Потому что Гаятри мантра, она выражает почтение сиянию солнца и Брахма-джоти, который откуда черпает свое сияние солнце. Это сияние все и поддерживает. Повсюду оно. Это Брахма-гайтри. Бог солнца дал лично эту мантру в дар Вамана-деву, когда тот явился. Все полубоги приносили свои дары, Бог солнца лично дарил ему мантру Гаятри. Как это, царь планет, что у них самое ценное? Мантра Гаятри самое ценное. Гаятри, при помощи Гаятри человек достигает освобождения. Легко. Если он в гуне благости. Если не в благости, ну ее все, что, все равно, что нет. Что есть, что нет. Ничего не услышите. Харе Кришна мантру можно услышать в любой гуне. То есть просто придя на киртан, можно там почувствовать атмосферу. А гайты требуют определенной квалификации. И вот когда эта квалификация достигается, хотя бы, ну, какое-то время там Прабхупада хотел, чтобы, ну, год, два, три человек был стабилен в практике, он давал Гаятри мантру. Это и есть полная дикша вместе с Гаятри мантрой. Еще вопросы? Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. А вот 24 стиха, в конце, там последнее предложение, аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. То есть как вот этот процесс, ну, еды влияет на то, что сон сокращается, и потом вообще его победить. То есть как взаимосвязана еда здесь, в этом стихе? Сон – это чувственное наслаждение. Еда, сон, совокупление очень связаны. Нет еды – нет сна. Нет еды – нет совокупления. Фактически ничего нет. То есть главный источник энергии – это еда. И качество еды означает, оно влияет на качество того, что мы будем делать. Как спать, как общаться и так далее. От качества еды зависит. И от количества тоже зависит. Количество еды чрезмерное у всех поголовно. У преданных, понятно, просад. Ешьте сколько хотите, пока. Потом к старости начнете регулировать, естественно. Но все люди переедают, это атьяхара. Это серьезное препятствие духовной практике, это иллюзия. Иллюзия полного желудка, переполненного желудка. Человек практически не способен мыслить, пока у него переполнен желудок. Представьте, он наелся, сел у камина, закурил сигару и говорит, ну давайте об абсолютной истине скажите что-нибудь. Анекдот какой-то просто. И так и происходит. Они хотят обсуждать философию в атмосфере чувственных наслаждений в итоге, потому что это желудок такой. У них мозг связан с желудком. Поэтому, да, регулировать питание и качество пищи, здесь говорится, вот особенно это касается еды. Можно победить сон или иллюзию.
Не то, что человек не спит вообще, но имеется в виду, что сон даром не теряет время во сне тоже. Сейчас мы еще все переедаем. Практически все. Но у нас просад, поэтому ничего. Когда Прабхупада начинал движение, он говорил ученикам, ешьте как можно больше. Что был просад, и даже нужно было заставлять их есть больше. Они ничего не привыкли, много есть тогда, потому что вегетарианец больший объем может съесть, чем мясоед. А потом они пошли во вкус, стали толстеть, так знаете, спать, так потом укладываться, отдыхать, на отдых на долгий. Прабхупада сказал, ешьте как можно меньше. И тогда к нему подошли ученики и сказали, Прабхупада, вот вы дали два наставления разных. Вот какому следовать из них? Вы раньше говорили, как можно больше есть, а сейчас как можно меньше. Прабхупада говорит, мошенники. Когда я вам говорил, как можно больше, если мне вопросов не задавали. Я думаю, что преданный, если он искренний, да, если он серьезный, он это почувствует самостоятельно, через самоосознание произойдет. Значит, питание тоже начнет его как-то регулировать. Это важно иногда, иногда и сейчас важно поститься вот в дни праздников, в кадыши, привыкать к тому, что вот есть такой контроль языка. Когда человек болеет, он, естественно, начинает поститься сам тоже. Но здесь речь идет о другом. Не нужно болеть, нужно регулировать питание. В центре всего нашего здоровья это, собственно, питание. Питание, нечистота и беспокойство ума – три причины. И главным образом, просто касается питания в основном. Как работает желудок, огонь пищеварения, который нельзя заливать ни водой, ни с чрезмерным количеством пищи. И от этого именно шлаки накапливаются, и человек живет со шлаками, со слизью. Все обволакивается слизью, шлаками, не усваивается вода, элементарная вода не усваивается, затрудняется обмен веществ, наступает диабет от переедания. Просто желудок. Если вы в чистоте держите кишечник, для этого нужно правильно питаться, количество и качество пищи. Это аюрведа объясняет. Я слышал этот Прахладананда с вами, он давал нам целый семинар на Сухарева по аюрведе, но мы тогда не очень обратили внимание на это, потому что ели, и нас это не беспокоило. Сколько мы ели, мы были моложе. Но вообще это тоже хорошо знать. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Большое спасибо Чайтанья Чандрикаре Прабху за тему цивилизации. Похоже, что вот когда мы читаем подобные вещи, то это достаточно интересные и важные знания, но кажется, что они просто теоретические. И вот что необходимо, какой элемент необходим для того, чтобы это стало частью жизни, чтобы произошел этот переход от теории к такой вот практике. Гьяна и вигьяна. Для этого нужен пример. Есть гьяна. Если мы слышим от того, кто также может подать пример, это, естественно, перейдет в практику. Автоматически. Если лидеры общества, они дают достойный пример, все также последуют за ним. Я помню этот пример. Джайадвайта с вами, когда мы в Индию приехали на GBC, он тоже приехал туда по какому-то вопросу, хотя он не член GBC. Его пригласили. И мы приехали в Бомбей. Представьте, мы только с самолета там. И вот ресторан там у них, кухня в храме. Просад, пир вообще целый там приготовили. И я с желанием снова эту индийский просад попробовать. Страсть такая, знаете.
И Джайдвайта Махарадж так со столиком сидит там в углу. У него такой поднос красивый, такой блестящий, такой большой поднос. На подносе один банан очищенный. И он шарира обидеджал. Так смиренно, знаете, никуда не смотрит. Там блюд ломится все. У него такой бананчик, он шарира обидеджал. Я так посмотрел, так и сразу успокоился. Автоматически, да, мы начинаем контролировать чувства, когда видим пример. Автоматически. А, Господь Чайтанья завещал служить преданным и воспевать святое имя. Но насколько важно служить божествам? И кто должен служить божествам? В Чайтанья Чаритамрите также описывается служение божествам. Как это важно. Разные примеры. Это божества в храме Господа Джаганнатхи, перед которыми Господь Чайтанья терял сознание в экстазе. Это божество Тота Гопинат, которое он нашел в песках. И настолько был очарован этим Гопинатхом, что обратился к преданным с просьбой служить этому божеству. Он сказал, кто примет кшетра саньясу, кто свою жизнь посвятит этим божествам, кто никогда не покинет это место до конца своих дней и будет служить Гопинатху. И именно Гададхар откликнулся, и он всю жизнь там до конца своих дней служил этим божествам. Это знаменитое место. Также Господь Нитянанда рассказал о Сакши Гопале в Чайтанья Чаритамрите, о божестве свидетелей, который шел за Браманом молодым в его деревню. За ним следом шло божество. Описывает целая история там в Чайтанья Чаритамрите, эти игры божеств. Также Господь Чайтанья дал наставление восстановить все храмы в Вриндаване, их восстанавливать божества, находили Мадхавендра Пури Санатана Госвами. Божества – это уникальное служение. Прабхупада тоже устанавливал божества. Он сказал в Лондоне, когда в Лондоне храм, центр преданный, открыли каким-то образом. Прабхупада дал им наставление – найдите божества Радхи Кришну. Преданные пришли в смятение, Лондон, какие тут божества Радхи Кришны. Прабхупада снова повторил, срочно ищите, срочно нужно, в Лондоне. И думали, ну как это возможно, в Лондоне найти божества Радхи Кришны. Но оказался какой-то индус, там все-таки был богатый, у него были божества, которые он хотел себе установить, мраморные, Радхи Кришну. Но чуть-чуть кончик мизинца был отколот мраморного, и он посчитал, что это не годится для инсталляции, и как-то вот нашли его объявление. Говорит, Прабхупада, есть в Лондоне божества Радхи Кришны. Вот тут такого человека индуса. И Прабхупада, срочно туда едем. Ехали туда, к нему, в гости. И человек хотел сразу к делу перейти, но хотел продать эти божества. Прабхупада, садху, тут не ученики. Он начинает вдруг говорить, как у вас дела, как ваши дети, как здоровье. И он так и говорит все, он участвует в его жизни лично, еще больше, там час они говорят уже про него. Он говорит, ну давайте наконец, Прабхупада, да, погодите, а как ваша работа? И вот так он его заговаривает, и говорит, у меня есть, говорит, божества для вас. Прабхупада, да, я, говорит, знаю, мы берем их, берем. Шьяма Сундаради, посмотри, тяжелые божества, нет? Он сразу понял Прабхупаду, что он хочет их украсть просто. Не зря он так долго разговаривал. Он ни копейки не заплатил за них. Они просто их украли в машину, уехали. И Прабхупада, когда они заехали за угол просто, через квартал, сказал, остановите машину. Принес к божествам, стал плакать. Он говорит, я похитил Радхи Кришну. То есть это божества. Прабхупада так относился к божествам. Это Кришна. На Пуджарих он говорил, что они уже живут с Богом. Это уже освобожденные души. Все, так он говорил. Встань, Пуджари, в храме, все, ты уже живешь с Богом. Поэтому, конечно, много говорится о божествах. Подскажите, пожалуйста, сейчас в нашем обществе брахманы могут зарабатывать себе на
проживание. Спасибо. Могут ли браманы зарабатывать на проживание? Как-то зарабатывают, да, браманы. Видите ли, в чем дело? Господь Чайтанья, он сказал, что это нужно распространить по всему миру. И, конечно же, Господь Чайтанья, он же имеет божественный разум. Это же сам Господь. Он понимает, что в западном мире нет Варнашрама-дхармы. Ее нет, она отсутствует. Там асура-дхарма, Варнашрама-дхарма. Поэтому он сказал, помните, да? Я не браман, не кшатрий, не шудра, не вайшья, не брамачарий, не грехаста, не ванапраста, не саньяси. Погодите, а кто же я? Слуга Кришны. Вот и все. Вот на этой платформе мы делаем разные вещи в служении Кришне. Видите, какой риск? А? С точки зрения ведической культуры, это рискованно не соблюдать эти все правила, варнашрамы. Но в движении Господа Чайтаньи вот этот риск оправданный, пока мы проповедуем. Проповедуйте, и не важно сейчас, как вы зарабатываете, если вы проповедуете. Вот если вы не проповедуете, то все становится препятствием. Я хочу быть браманом, а мне приходится работать. Я хочу хорошую семью создать, а нет кандидатур достойных, я сам не такой. Мы сразу столкнемся со многими недостатками, которые мы не имеем таких качеств. Но если мы проповедуем, как сказал Гопал Кришна Госвами, сегодня он будет в эфире, что у нас, может быть, нет денег, нет того, нет всего, но у нас есть знания, распространяйте их. Вот в чем как бы наша роль, в чем наша амнистия, в чем снисхождение, почему к нам так снисходительно относится вся эта ведическая культура, позволяет нам жить в таких местах, где не ведические места, в такой среде, ради проповеди. И в этом смысле мы становимся сильным движением. Сильнее, чем обычная вот кастовая система или варнашрама, да, какая-то там вот материальная основа. Еще сильнее должны стать, трансцендентным обществом должны стать, где нет разницы между другими существами. Ни шудр нет, ни вайшев. Вот на духовном уровне нет такой разницы. Мы видим, что все вайшнавы. Это должно выйти на передний план. И если мы распространяем сознание Кришны, это и есть вайшнавское как бы движение. Гауди вайшнавское движение. Причем мы распространяем не что иное, как еще маха-мантру и любовь к Богу. Высшую цель жизни. Вот в этом как бы наши льготы, только в этом. В остальном мы не относимся к ведической культуре, посмотрите друг на друга, мы не такие. Итак, похоже, последний вопрос у нас. Это вопрос уже был про дефекты речи здесь. Это вопрос уже обсуждали. Ничего страшного в этом нет. И есть большая любовь и привязанность к Господу Шиве. Как правильно относиться к этому? Можно ли поклоняться Ему, не имея посвящения Шивалингаму? Ну, возможно, это у вас прошлая жизнь, я не знаю, если у вас есть такое чувство. А, можете поклоняться в сердце, но не подражайте Господу Шиве. Вы должны помнить, что Он лучший вайшнав. Поклоняйтесь Ему как вайшнаву. Как вайшнаву. А как вайшнаву что это означает? Что вы поклоняетесь Господу Кришне или Рамачандре, или Господу Чайтанье. И все это подношение, которое вот вы предлагаете Господу, потом предлагаете Господу Шиве. Вот тогда он будет очень доволен. Тогда он будет очень доволен, как вайшнав. Это лучшее будет поклонение. Хорошо, спасибо большое всем. Шрила Прабхупада ки джай.